Внимание на старт. Дан старт 14-го заезда «Мемориал маршала Жукова». Бег возглавил Гал, далее «Неформал». Остальные участники во второй шеренге отстал «Стинклок». А бег ведет Гал. На втором месте «Неформал». Далее «Дакар Лок», «Европа Лок», «Орнамент» и замыкает «Стинклок». В таком порядке участники подходят к отметке первой четверти дистанции. За 30,9 секунды пройдена первая четверть. Участники 14-го заезда проходят перед трибунами. Впереди, чуть впереди Гал, с поля «Неформал». Далее в спине «Европа Лок», «Дакар Лок». И замыкают «Орнамент» и «Стинклок». Гал подводит участников ко второй четверти дистанции. Увеличивает пейс. За 30,8 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Гал ведет бег. На втором месте «Неформал» и «Европа Лок». Бег ведет Гал. Его пытается достать «Неформал» и «Стинклок». Пошли в борьбе Гал, «Неформал», «Стинклок». Проходит отметку третьей четверти дистанции. За 30,7 секунды пройдена третья четверть дистанции. В борьбе за лидерство Гал, «Неформал», «Стинклок». Выводят участников 14-го заезда на финишную прямую. Финишная прямая 14-го заезда. Сбоит «Неформал». Уезжает в поле, а вперед выходит «Стинклок» под управлением наездника первой категории Ксении Морозовой. Впереди «Стинклок». Финиширует «Стинклок». На втором месте Гал. Далее «Дакар Лок», «Европа Лок», «Орнамент» и «Неформал».